На 14-м очередном заседании Совета депутатов Ленинского городского округа народные избранники обсудили довольно обширный список вопросов, напрямую касающихся жизни муниципалитета. Так, один из главных – устав Ленинского городского округа. Депутатам предстояло решить, готов ли к принятию основной документ, регулирующий сферу местного самоуправления. Ранее проект устава выносился на публичные слушания. Комиссию по проведению публичных слушаний гражданами, в том числе общественными организациями, направлялись замечания и предложения. В дальнейшем также устав у нас был рассмотрен 21 сентября на профильной комиссии Совета депутатов. В результате большинством голосов устав Ленинского городского округа был принят. Устав детально был проработан, и он нашел свое логическое завершение. Да? Он был поддержан большинством депутатов. Некоторые депутаты сегодня в последний момент приняли решение использовать популистские методы, заявить о внесениях каких-то корректировок. Хотя было для этого время, они почему-то не удостоились чести прийти. Также депутаты проголосовали за корректировку расходов бюджета округа и его поселений. Решено было выделить дополнительные средства на строительство школы в рабочем поселке Дрожжино на 825 мест и уже возводимой пристройки к Видновской гимназии, где в ходе работ выявились несовершенства рабочего проекта. Несмотря на то, что работы по гимназии стояли 2,5-3 месяца, тем не менее, мы и подрядчик подтверждает твердое намерение, вот с учетом дофинансирования вновь возникаемых работ, выполнить все работы до конца года, ну и, соответственно, началом следующего 2021 года запустить объект работы. Спасибо.